Мультиварка Redmond M1509S с управлением со смартфона. Объем чаши 1,5 литра. Такой вот резервуар. Фильтр съемный, можно помыть. Такая вот чаша. Сейчас насыпем кофе. Посмотрим, как она управляется со смартфона. Вот воды набрал где-то на пол-литровую кружку. Метки означают чашки, но это где-то и можно сказать 2 200 грамм, 400, 600, 800. Так, тут у нас есть отсрочка старта, старт, отмена, крепость кофе, ну, часы, минуты. Поставим крепость. В резервуар можно заранее насыпать сахара для удобства. Сейчас я включу, а потом будем пробовать уже это все управлять со смартфона. Кофе начало вариться. Вот у нас программа показывает готовку. Тут список устройств, которые можно добавить. Вот это мультиварка еще.
На панели горит значок, что соединение с телефоном есть. Когда сварится кофе, отключится крепость и будет стоять кофе в этой чаше на подогреве. Можно сказать, постоянно будет горячим. Включилась кофеварка по времени на самой кофеварке. Ну вот и все.